прошел незаметно и скоро. Я ездил взглянуть на родные места, туда, где синеют могучие горы, туда, где раскинулась Алма-Ата. Часами бродил он по городу саду, залитому морем чудесных огней, вдыхая всей грудью ночную прохладу притихших, сверкающих улиц аллей. Он слушал куляш, ирмека и розу, и вместе со всеми он звал их на бис. Гостил в каскеленских богатых колхозах и пил на далеком Джеляу-Кумыс. И как бы не жалко ему расставаться с друзьями, с родными и с Алма-Атой, он все-таки должен открыто признаться, что очень и очень хотелось домой. Хотелось домой, мне смешно, давно ли, как быстро промчались все эти года. Он, помню, ругал свою горькую долю, впервые с дипломом приехав туда. Там ждали его неудачи, успехи. Лет 8 прошло с той далекой поры, а после, поверьте, куда б ни поехал, тянуло обратно домой в Кульсары. Тянуло туда, где еще прошлым летом с друзьями он первый свой сад заложил, туда, где улыбкой подруги согреты, он первый свой стих о любви сочинил. Тянуло обратно в степные просторы, тянуло и тянет, и будет тянуть. Мой отпуск прошел незаметно и скоро, и город меня провожал в добрый путь. Мой отпуск прошел незаметно и скоро, и город меня провожал в добрый путь.